Всем привет, ребятки! Сегодня мы будем смотреть на обновление в Туалет Эггинс. Конечно, вышла обнова, наверное, в Бравл Старс. Но я не видел. Ну, давайте сейчас зайдем вообще в Туалет Эггинс и посмотрим. Может, там что-то добавили? Говорили то, что хотят добавить новый режим. Кстати, говорили, то, что добавят новый режим, это будет что-то связано с контейнерами, но режим не вышел, а что тут добавили? Ребята, что добавили? Бустеров новых нету. Может, врагов добавили новых? Давайте посмотрим. Не, пока агенты такие же. И опять вот тут, мэн. Сейчас мы его убьем. А хотя, может, стало все плавнее, не знаю. Ну, камера, мэн, и что? Так. Ну. Может, спикермена добавили. Не, один и тот же камерамен. Походу, там просто что-то исправили, не знаю. Сейчас посмотрим еще. Так, подождите. Кота выпустил. Так. Ну, получай, камерамен. Не знаю, что добавили. Похоже, ничего. Если ничего, то зачем... И обнову выпускать. Или баги исправили. Я не знаю, честно. Но если тут ничего не добавили, то я просто сниму ролик по этой игре. А то давно не снимал ролик по этой игре. Так. Включай камеру, Вума. На. На. Вот бы в жизни бы так... Убивать бы агентов. Ладно, шучу. Вот бы так убивать бы скибидистов. Вот ты играешь за агента, и так бы убивать скибидистов было бы легко. Кстати, хочу сказать то, что сюда добавили астро скибидистов. Потому что в игру Toilet Fight добавили одного астро скибидиста. Конечно, он немножко по-другому выглядит. Может быть, боссов добавили, не знаю. Сейчас посмотрим. Давайте пройдемся просто. Посмотрим. Убивать я никого не буду, просто посмотрю. One to man. Камерамен. Если сейчас никого нового не будет, я ухожу отсюда. Нет! Нету! Ребята! А что тогда изменил? This is on 10x. А что добавили тогда? Может, агентов или Battle Pass? Не, Battle Pass такой же. Так, не смотрим. Ребята, похоже, знаете, что добавили? Вот эту фигню! Разработчик добавил только эту фигню. То есть ты смотришь, даешь деньги, все агенты, и нет рекламы. У меня есть один вопрос.
Так ты получишь все агенты. Так зачем мне все агенты, если у меня и так уже есть все агенты? У всех есть все агенты. И к тому же, реклама, если не будет, как мы будем фармить чипы? Как мы будем фармить чипы, если у нас рекламы не будет? То есть мы, то есть купим эту, нам дадут все агенты, а дальше будут выходить еще агенты. Походу добавили только этой. Ну, нет. Нет. Разработчики, походу, добавили только вот эту вот фигню. Да, я думал, то, что еще что-то добавит. Угу. Вот так вот. Разработчики заговорили. Я думал, они будут, не знаю, как-то получше делать игру. Они же хотят, чтобы мы донатили сюда. Мы не донатеры. Я вообще никогда не хотел донатером быть. Знаете, как сделали это в скибидиста? Взяли обычную модельку скибидиста, прицепили ему вот эти вот клешни и все. Вот так вот, ребятки, у нас получился ролик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну, мне вообще не понравилось то, что в этом обновлении добавили только вот эту вот фигню. Добавить банковскую карту, не добавить, ага. Использовать промокод. А что это за промокод? Ребята, если вы знаете какой-то промокод, который я могу бесплатно получить ничего, то напишите в комментариях. Я знаю, я не получу ничего, ну кроме запрета рекламы, но вы все равно напишите в комментариях, если знаете. Я не знал раньше то, что такое сделать разработчики. И вот у меня один вопрос. Разработчики, не знаю, ну исправьте этого камерамена Титана. Посмотрите на его руки. Что с его руками? И что с его ногой? Посмотрите вот на эту руку. Она что у него опухла? А смотри, заходим в катку. И он нормально, у него нога, рука, все нормально. А почему у него там рука вообще не знаю, как работает? Вообще капец, разработчики, я такого не ожидал от вас. Блин, тут еще и прокачиваться надо. Я не люблю прокачиваться. Хотя тут агентов и скибидистов новых нет, можно и прокачиваться. Потому что, ребята, я прошел всю игру. Ребята, кстати, я олд этой игры. Вы скажете, нет, ты не олд, ты начал эту игру снимать, когда у тебя был еще как спикермен или кто это там у тебя был. Да. Ребятки, я говорю, и когда Магдан не знал то, что будет с игрой Туалет Лаборатория, он создал свою игру. И когда эта игра вышла, я сразу, в тот же день, когда она вышла, скачал и начал играть. А потом я играл, знаете, я... Почему я олд? Потому что сейчас скажу. Входим. Смотрите, я олд этой игры, потому что знаете что? Battle Pass'а не было, квестов не было, этой кнопки сменить не было, не было достижений и режимов. Не было даже вот этой вот штучки. Я, наверное, была, не помню. Не было вот этой вот... все агенты. Не было этого... Подождите. Не было Вантузмена. Спикер... Большого спикермена. Только ТМВена. Не было камерамена Титана, не было. ТМВена Титана не было. И спикермена Титана не было. Были только камерамен, спикермен, ТМВН, большой камерамен и камеравумен и ТМВумен. Поэтому я олд этой игры. Я олд. Раньше знаете, что у меня было только? У меня был только камерамен и ТМВН и спикермен.
Ну тогда Вантузмена даже не было. И Спикермена. То, что я олд этой игры, я начал играть в эту игру с ее выхода. Когда добавят еще режим? Кстати, четвертый режим, он говорил, какие-то будут контейнеры, а вот третий мы не знаем. Когда нам говорили про четвертый, еще нам говорил Магда то, что у нас есть три режима: фарчипов, бой с Джименом и еще скоро будет. Но это не режим. Но я не знаю, какой будет и третий. Ну, четвертый немножко нам разработчик показал, рассказал. Сейчас должно видео выйти про Brawl Stars, наверное, там ящики вернули. Да, я знаю, не на постоянку, на время. Но давайте прожмем на этом ролике много лайков, если вы хотите, чтобы ящики вернули навсегда. Просто ящики — это часть вообще игры. Мы в этой игре, знаете, сколько ящиков пооткрывали? Это капец, сколько мы ящиков пооткрывали. Кстати, вот вы скажете, а что это за блестюшки, которые нужно добывать, чтобы открыть ящик? Эти блестюшки нам разработчики сказали. Кто еще помнит, что это такое? Это штуки раньше, вместо Бравл Паса были два ящика вот здесь вот. Было два ящика. Там был маленький ящик и большой ящик. И ты эти блестюшки собирал и потом фармил для открывания ящиков. И все. Вот мы раньше собирали маленький ящик, большой ящик. А теперь мега ящик. Кстати, я знаю то, что омега ящик — это ящик, который был не всегда в Brawl Stars. Его добавили, когда ящики хотели запретить. Ну, не запретить, а удалить. Время, когда его хотели удалить, добавили омега-ящик. Но раньше омега-ящика его не существовало. Вот так вот, ребята. У меня один вопросик к разработчику. Почему у Тэма Вэна нога скрившая? Она почему-то вот так вот идет. Не ровно, а вот так вот идет. Тут нормальный только, знаете, какой титан? Спикермен Титан, он самый нормальный титан. Они вот эти вот. Камера ящерица. А нет, камера моя напухший. Там Эвен Титан кривущий. Спикермен Титан отличный. Ну я просто... Такой ошибки допустить этого невозможно. А тут сколько я убил скибидистов? Нифига себе, как мало. Да, 10 тысяч скибидистов убить — это вам не по зубам. Сезон камеры. Да когда уже выйдет, не знаю уже. Камера Мэн Титан. Или... жопа спикер. Ладно. Короче, если вам ролик понравился... Ставьте лайки, подписывайтесь, но я буду заканчивать, наверное. Хотя давайте еще поубиваем скибидистов. За нашего любимого спикермана Титана, который был мой самый первый титан, который я сказал себе: ты должен накопить на этого спикермана Титана. И я накопил. Я это сделал. Я выполнил то желание, которое хотел миллион лет назад. Ну, не миллион лет назад. Сразу убил двух. А у тебя свои. Пушечка. Вообще, знаете, за спикермена и титана играть одно удовольствие.
Если, конечно, он новенький. У меня он старенький, уже не знаю, сколько у меня. Ну, где-то пару месяцев у меня. Нет. Я раньше думал, что эта игра самая лучшая, но когда вот я купил других титанов, то я немножко задумался. Игра немножко. То есть я заметил у ТМВ на титана скривность. Я хотел уже скорую помощь вызывать. Ну ладно уж. Когда я купил камерамена титана, я вообще был в шоке, что с его руками и что с его ногой. Разработчики, это очень сильно заметно. И вы должны это исправить. Ладно, ребята, вот такой у меня ролик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.